Приветствую вас, друзья, на канале Сибирячка готовит. С вами Елена. Посмотрите, какая вкуснота. Суп с молодой крапивой за 30 минут. Все просто, быстро. Я бы сказала, объедение. Обязательно приготовьте. Такую вкусноту. Поехали. В кастрюлю налила растительное масло, прогрела его, присаливаю, чтобы курица у нас не прилипла, и выкладываю ее. А нарезала на порционные вот такие небольшие кусочки. Мясо у меня с косточкой, здесь крылья, бедрышки. Обжариваю ее на высоком огне. Курица немного подрумянилась. Выкладываю лук в среднюю головку и обжариваю минуты 2-3 до прозрачности лука. Небольшую морковь нарезаю кубиком. Прогреваю пару минут. Готовлю на среднем огне, чтобы у нас ничего не подгорело. Как бы у меня здесь тушится. Не то, что жарится, а тушится овощи. Картофель нарезаю тоже кубиком. Выкладываю в кастрюлю. А картофель, порезанный вот таким способом, вот так мелко, очень быстро готовится. Прогревая его 2-3 минуты, перемешиваю, чтобы ничего не подгорело. Иссякаю время. Смотрите, как выглядит основа нашего супа. Картофель практически готов. Добавляю специи. Здесь у меня кориандр, смесь перцев и сушеный чеснок. Высыпаю. Соль. Добавляйте по вкусу. И здесь у меня сушеные травки. И если хотите, можно заменить их свежими. Заливаю варом кипятком. Повышаю градус варки и дам нашему супу закипеть. Суп у меня закипел. Снимаю образовавшуюся пену. Понижаю градус варки. Ставлю на средний огонь и готовлю 7-10 минут. Так, а мы сейчас с вами порежем крапиву. А посмотрите, самая первая зелень у нас в Сибири. Вкусная, ароматная, молоденькая крапивка. Я ее обдала кипятком. Хорошенько промыла и нарезаю. Не крупно. А можно этот суп приготовить без мяса. Получится очень вкусно. Поэтому вегетарианцы, тот, кто соблюдает пост, пожалуйста. Жесткие стебли можно убрать. Смотрите, друзья, суп у меня полностью готов. Сварен картофель. Он хорошо разминается ложкой. Курочка хорошо отходит от косточки. В общем, все у меня здесь готово. Выкладываю крапиву. Готовлю ее пару минут. Так, а мы сейчас с вами берем яйцо и немножко его взбиваем. Вот таким способом.
Готово. Перемешиваю и вливаю суп. Когда вливаю яйцо, все перемешиваю здесь, так чтобы у нас лицо равномерно распределилось в супе. Ой, любимый мой суп весенний, вкусный. Друзья, соблазняю вас обязательно приготовить, побаловать себя, своих близких, вкусный, полезный суп за 30 минут. До новых встреч, до свидания. Выключаю, дам ему настояться.